Привет, народ! Сегодня покажу одну из первых работ, сделанных на моем самодельном ЧПУ. Буду делать дверную ручку для бани, а точнее эта ручка будет стоять в парилке. По традиции в парилке используется материал, это липа или осина. Моя сегодняшняя заготовка это кусок липовой вагонки. Заготовка закреплена, запускаем управляющую программу. Итак, надпись практически готова, гравировали мы ее вот такой самодельной фрезой. Это переточенное перьевое сверло. А вот этим переточенным под фрезу сверлом будем вырезать нашу заготовку. На самом деле нормальные заводские фрезы давно заказал на AliExpress, но почему-то идут они очень долго, поэтому пока приходится обходиться самодельными. Однако, хочу заметить, что и мои самодельные фрезы справляются очень неплохо. Задание выполнено, вырезали нашу заготовку, теперь берем наждачную бумагу и убираем все заусенцы. Совсем немного поработав наждачкой, вижу, что станочек справился отлично, чистая работа. Итак, наша ручка для парилки готова, ставим ее на место. По-моему, смотрится неплохо, можно прикручивать. Теперь в моей парилке вот такая оригинальная ручка. Ну а я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока!